В Махачкале провели просветительскую акцию во Всемирный день распространения информации об аутизме. В ней приняли участие воспитанники и сотрудники Дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам «Жизнь без слез». Участники акции прошлись шествием по проспекту Расула Гамзатова до площади Ленина, раздавая листовки горожанам, тем самым привлекая внимание общественности к людям с диагнозом аутизм. Последние десятилетия говорить об аутизме стали все настойчивее и настойчивее, потому что эти люди нуждаются в поддержке общества, нуждаются в том, чтобы их признавали, считали бы равными в себе, и чтобы они чувствовали себя членами общества.